Хлыстов блокирует Грейчик. Да, Грейчик выдвинулся вперед, и бросок в итоге сблокировал. Вот здесь может быть очень опасно. И это опасно. И еще один бросок. Гол. 3-2. Магнитогорский «Металлург» возвращается в игру. Да, тут «Магнитка» еще счет не сравняла, но тем не менее. 3-0. Превратились уже в 3-2. И «Магнитка» оказала сумасшедшее давление сейчас на оборону в Йокерита. Ну и здесь, конечно, хорош Тейлор Бэк. Он просто был душой этой атаки. Он ее начинал, он ее развивал, и он был близок к тому, чтобы ее завершить. А завершает ее Денис Расмусов.